Всем привет, меня зовут Валера Рейтекс, и я постригся. В этот момент должна сработать заставка барабанная дробь, но у меня ее нет. Поэтому просто смотрим то, как я снова играю в Vainglory. Я обещал второй матч, там, где я буду подробнее объяснять. Я сейчас буду это делать. Так, заходим в нашу веселую игрушку в Vainglory. Я играю не сам со своей девушкой. Тара-та-та. Заходим в раздел «Друзья», создаем команду и зовем второго игрока. Отлично, выбираем отличный матч. И будем играть. Кстати, сижу я почти что в пижаме. Это если что-то. Ладно, я прикалываюсь, пацаны. Ой, да, меня все ждут, надо кнопочку нажать. Итак... Я забыл предупредить ее, что я буду играть за Крула, к сожалению. Ну, я ведь должен объяснить, как за Крула играть. Отлично. Итак, начну с самого начала. Как делится магазин? Это самое важное. Суть в магазине. Сейчас игрушка загрузится. Я буду по ходу дела пытаться объяснить. Так, магазин делится на, ну, рекомендации, на оружие, способности... Защита и как бы доп. Возможности персонажа, скажем, увеличенное здоровье, увеличенная там скорость хода, кажется, да? Да, здоровье, чтобы способности чаще срабатывали, ну, быстрее, охлаждались, короче. И такое всякое. И опять-таки, оружие. Если ты хочешь чаще, ну, быстрее бить, сильнее бить, мощнее бить, чтобы там иногда срабатывал крит-удар, крит-урон, ты качаешь вкладку оружия, вот она. Возможности. Есть персонажи, скажем, как Крул, как Педалька. Педалька это такой цветочки, у нее там семена. И также есть персонаж Агадио, это лекарь-хиллер. И можно вкачивать эти навыки, абилити. Вкладки абилити. Вообще можно вкачивать их любому персонажу, но они развивают сугубо... Навыки, вот эти три скилла, которые вы видите. И больше ничего. То есть вы как били там 40 урона, так вы и будете бить 40 урона. Вот так вот. Если же вы хотите бить мощно, быстрее, то вы вкачиваете вкладку оружия. Если же там вы хотите быть танком, танковать, пожалуйста, качайте вкладку Defense, вот она. В этом вся суть. То есть, если хотите, чтобы навык, скажем, мой черепок валил очень мощно, прям очень дохрена мощно, то да, вам надо пользоваться этим навыком. Ну, то есть, скачать abilities. Видите, я убил чувака. Мне, конечно, вроде моб его помогал. Ну, вот этот моб его убил. Но, тем не менее... Итак, я вкачиваю оружие, вкачиваю скорость удара. Почему? Потому что навык черепок с каждым ударом быстрее восстанавливает здоровье. То есть каждый следующий удар, кроме первого, дает здоровье 2, 4 на первом уровне. А с каждым уровнем все больше и выше. То есть вы сейчас можете это увидеть. Второй 3, 6, 9, 12, 15, а даже 16. То есть здоровье увеличивается. То есть чем чаще я бью, тем медленнее становится атака моба. Я снова его убью. Ах, видели как? Вокруг черепка появляются эти иконочки. Ну, или не иконочки, а как бы изумрудики, назовем их так. Чем их больше, тем медленнее бьет вас персонаж, моб, неважно. Это не действует только на этого. Дай бог памяти. Не скажу, в общем... На 15 минут я вам напомню, как его зовут. Большого такого моба здоровезного. Кстати, это вкладка рекомендаций. То есть сейчас по факту я вкачиваю то, что нам рекомендуют.
Так, иногда полезно делать вылазку. Ох. Печалька ситуация в том, что, короче, мне немножко не помог. Вот этот чувак, Соу, да? Вот он, лизач. Что мешает пацану взять и подойти в момент, когда я там, когда кошка там, ну, другие персонажи, подойти и просто помочь, пострелять просто ради компании. Ладно, стоишь дальше, да? То есть его, скажем, турелька это вот это вот сможет прикрыть, помочь ему. Но нет же. Я ж типа крутой, да, я постою, они сами сдохнут, сами справятся. Команда ж ведь. Итак, Крул. Крул он персонаж из джунглей. Основной навык это черепок, я считаю. Следующий навык по важности это меч. Меч он дает стан. То есть кинули меч, застанили персонажа, все отлично. У вас преимущество по времени. Так, сейчас надо бежать помогать. Она сама справилась? Ого! Офигеть! Танюш, ты молодец. Видите, с каждым моим ударом Minion Mind бьет меня все слабее. И сейчас, когда у него мало здоровья, я юзаю свой скилл, становлюсь 236 здоровья. И все круто, я наношу кучу урона. То есть, чем больше звездочек вокруг черепка, то, скажем, их максимум 6. Кажется, да? Да, 6. То тем мощнее будет удар по противнику, и тем больше восстановит вам здоровье. Если вы также вкачиваете Abilities, что я, честно говоря, не рекомендую делать, то у вас... Вот это вообще было тупо. Я извиняюсь, что я не помог. Фух. Что у меня с дыханием проблемы. Извиняюсь тоже. Так вот. Чем больше изумрудников, тем, короче, круче. Так, они украли голд. Голд это, ну, то есть, тут все базируется на голде. Тем больше голды, тем круче твой персонаж, тем больше ты его снарядил, и все очень круто. Также иногда советую посматривать, что покупают другие персонажи. Это бывает очень полезно. Объясню чуть позже, почему. Я сам могу с ним справиться, то есть если видите, он меня бьет, я его бью, он начинает бить меня. Или не. К сожалению, против трех мы не можем попереть. Смотрите, вот наш друг говнюк, он все время в центре, ему насрать на все. Эти чуваки ходят втроем. Не всегда, конечно, лучше тактика ходить втроем, но тем не менее они нас вырывают. Они под троллем Голдмайн, один их не флажок, стабильно, они быстро пришли в центр, сейчас расхрячат чувака, а он уже в кустах. Мощно. Браво, чувак. Я скажу сейчас своей девушке туда не ходить. Потому что пошел в жопу. Она просто добрая очень сильно. Да, вот это вообще красота, блин. А, кайф. А у кошки есть просто один навык, кажется, один на круговая атака, то есть та, которая бьет не одного чувака, а двух. Она ее применила, и они вместе сдохли. Красота ведь так. Итак, у меня появился просто очень бомбезно мощный скилл сейчас, появится вернее, вот этот вот. Он дает мне 75% атаки. Для Крула, как вы поняли, да, чем быстрее набрал 6 этих... А не, их 8, господи, их 8. Чем быстрее набрал 8 этих изумрудников, тем ты круче. Фак, его чуть-чуть осталось добить. Меня Сол вот кумарит. Ну, добей его, красавчик, умничка. Короче, так, все, вкачал. Почему я не рекомендую вкачивать по рекомендациям? Мне тут Илюха пишет. Смотри, я сейчас 1900 должен потратить для того, чтобы просто быстро ходить. Да, но
Я считаю, что куда резоннее потратить это все на урон свой временно. То есть, да, конечно, можно быстро ходить, но это не всегда помогает. Да, иногда бывает полезно, но, в принципе, ты просто быстрее ходишь. Толку от этого мало. Некоторые персонажи вообще по-тупому прокачиваются. Ай, ей надо успеть. Куда же ты побежал? Иди сюда. Ну... Фааааак. Вот тут, кстати, да, ботинок помог бы мне его догнать, убить. Голд, 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 голд. Отхватываем голду. Сейчас мы захватим два флажка, я надеюсь. Флажки. Что дают флажки? Почему они важны? Флажки дают здоровье и мощность мобчикам, этим маленьким мобчикам. И, в принципе, для победы они важны. Фак, ну, быстрее, быстрее. Они меня задолбали ходить втроем. Соу, ты должен вырывать, ты должен снести эту турель за это время, парень. Ты просрал нашу турель, парень. Команда вот, противника, они молодцы реально, они то есть вот как-то вовремя успевают всюду быть. Это тоже надо реально уметь. Так, скупились, погнали. Так. По какому принципу работают турели? Хочу также объяснить, это очень-очень важно. Если, скажем, с турелью стоит противник, и он вас бьет, вернее, вы его бьете, турель на вас сагрится, если она до вас достанет. И это, ну, то есть это очень печально. Я долго не мог понять, почему на меня агрится турель, хотя я ничего такого не делаю. И есть еще куча мобов. По логике, да, когда есть мобы, они для того, чтобы турель их не била, существуют. У нас золото украли. Добивай, ну добивай его, ну. Да, неплохо. Ситуация вышла из-под контроля, хочу сказать. Я вместо того, чтобы качаться дальше на мобах, если я левелап повышать, если вы видите, там уже 10-й, а у нас по 8-му. Иди сюда, Соул. Фак. Ну, тут я тупанул, конечно. Ну, команда противника молодец, вот он, честно. То есть, знаете, вот тут в матчах выезжают за счет всяких мелочей. Скажем, пошли туда втроем, вынесли нас всех, мы все лежим. Иди сюда, не убегай, слабак. Иди сюда, парень. Ой, как у него очко поджалось, как он подпердывает, чтобы убежать от меня. Ух, как ощущается прям. Ух, как же у пацана подгорает. Заходи, пожалуйста. Ну как всегда, Соу, ты, ну зачем ты это делаешь? Ну сдохни теперь, парень. Просто самое тупое, что я считаю у Соу, это в самом начале кидать вместо обычных выстрелов залп свой. Конечно, я хочу посмотреть, как он вкачался. Но в принципе он неплохо вкачался для начала матча. Но, к сожалению, он дальше уже особо и не вкачается.
Сейчас только я подойду, этот говнюк начнет убегать. Такой он мощный, да? Все, просто все, меня нет. Втроем, на! Зачем ты там стоял, парень? Ладно, я там моба убил, но сюда. Ну все, против них троих, у них все. Мы даже выйти не можем, блин. Они настолько сыграны, как будто три друга. Вот, что у них в этой игре, это то, чтобы тут, вот, в этом меню, добавить просто иконки, как в любых нормальных играх с мультиплеером. Друзья, группа, команда. Чтоб я понимал, что, скажем, вот, они понимали, что я играю со своей подругой, вернее, девушкой, ну, допустим, друзьями, там, неважно. Меня убьют за то, что я сказал. И все. И как бороться с этим? Да, конечно, можно сейчас пойти обходным путем. Можно, да, выбрать defense. Качать себе, скажем, этот навык, этот, весь defense вкачать. Ну, толк. Просто толк какой. Все, минус еще одна турель. Просто. Честно, я вот рассказывал, делился впечатлениями, я не уследил, что пошло не так. Все, труп. Почему я не могу этого Донмаро убить? Я не понял. Почему я не могу его укокнуть? Не иди туда. Встань у турели! Вот что происходит, когда парень не знает, что если встанет у турели и он начнет бить, турель будет так отстранить, и они будут удирать, поджимая свои пуканы, лететь просто так вот. Что происходит, когда чувак этого просто-напросто не знает? Мы уже сдули, тут ни одну турель этот придурок не смог снести. Ну иди сюда, давай. Трони меня. Фак. Стань тут. Тру. Иди сюда. Кусок ты дерьма. Хватит от меня убегать. Мощно. Так, что, смотрим, что включал Кру. Скорость атаки и мощность скиллов. Ну, в принципе, неплохо. Поэтому, видимо, его меч меня и смог снести. Не пойму, почему мы все мертвы оказались. Ну да ладно. Крутой матч. Вот именно когда я хочу рассказать, объяснить что-то, такая жопень происходит. Ладно, да, что тут. Идем, говно. И чтоб добить, там уже такая писюлька осталась. И добить же ж нет. Ладно, офигенный матч. Ладно, суть этого матча была в том, чтобы рассказать что да как. Я не знаю, что это за команда попала с противника, но они реально молодцы. Ходили вместе. И в конце матча мы можем увидеть, что тут золотишко. 9000, 7000, 5000. И у нас 2000, 2000, 4500. Из-за вот этой градации золота зависит все. Ну, сами понимаете, да, купил себе урон, ты фу, ну, вернее, на скорость удара ты вот это, что я показал, делаешь. Купил себе на мощь, ты бьешь, и все, и чуваку труба. Купил на крит, там ты вот так сделаешь, да, а урон как будто, ты не знаю, там слона откинул на 50 метров. Ну, то есть это очень сильно влияет, и они все отхватывали, они молодцы, реально команда слаженная. Неплохо. Ну, ладно, на этом матче, думаю, все. Ну, я сейчас постараюсь еще поснимать другой матч. Ну, а так, давайте всем удачи. Желаю вам побеждать, а не проигрывать.